Друзья, привет! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua. Сегодня на обзоре лимитированная модель из коллекции Jason Taylor. На самом деле за основу дизайна этих часов взята коллекция Reserve Venom. В общем-то, те, кто знаком с Invicta, сразу это поймут. Jason Taylor – это бывшая звезда американского футбола, с которой Invicta сотрудничает уже много лет. Эти часы по классике выпущены ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Данная информация указана на задней крышке часов. Одна из отличительных черт коллекции Jason Taylor — это вот такая черная задняя крышка. В общем, часы сделаны очень стильно, смотрятся здорово. Поставляются вот в такой лимитированной коробке ярко-красного цвета. Внутри стандартная документация, подписи Jason Taylor, мягкая салфетка. Вот так она выглядит с внешней стороны. Значит, диаметр этих часов 50 мм, от ушка до ушка практически 62 мм, толщина 20 мм и вес 272 грамма. Часы имеют символику дракона, вот на безеле. Сам циферблат сделан в виде чешуи дракона. Смотрится потрясающе на самом деле. Вот вставки на стыке ремешка с корпусом. Корпус сделан из нержавеющей стали, сатинированное покрытие сверху и зеркальная полировка по бокам корпуса. В этих часах профессиональная водозащита 1000 метров. Кнопки «Заводная головка» завинчиваются. Ремешок с гравировкой с внутренней стороны. Очень мягкий, эластичный. Два фиксатора для регулировки длины. Классическая сатинированная застежка. Ударостойкое стекло Flame Fusion. Кстати, с антибликовым покрытием. Хорошо читается циферблат, светонакопители на стрелках, метках часов и на безеле. Внутри швейцарский механизм Ronda Z60, хронограф 30 минут 60 секунд. Основная секундная стрелка идет в правом верхнем циферблате. И, в общем, по функционалу здесь все. Для фиксации интервала времени под водой у нас вращается безель с минимальным люфтом, зато прихватываться за него очень удобно. Читаемость, конечно, на безеле интуитивная, но по дизайну понятно, в общем, что здесь упор, опять же, делался не на дизайн. Не на читаемость оговорился. И на моем запястье 18 сантиметров вот так часы смотрятся. Смотрятся, кстати, вполне неплохо. На среднюю руку часы отлично подходят. В толщину вот так. И, в общем, по итогам, на самом деле, очень мне нравится эта модель. Очень крутое качество сборки. Действительно серьезные характеристики. Ну, тут и сочетание цветов просто радует глаз. И по тактильным ощущениям модель очень приятная. На этом заканчиваю обзор. В описании к видео ссылки на товар, ссылки на наши каналы в Телеграме, в Инстаграме. Также не забудьте подписаться на этот канал. Друзья, всем хорошего дня. Пока!